Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткий по делу. Мы с вами разберем, какая у нас ситуация с биткоином, с альткоинами. Сегодня постараюсь выпуск не затягивать, но поделиться с вами довольно важной информацией. Также сегодня мы с вами обсудим психологическую составляющую трейдинга, потому что я обратил внимание, что довольно многие действительно очень сильно сейчас вот на этих движениях паникуют, хотя повода-то большого для паники нету. Для того, чтобы сильно не размусоливать прошлый выпуск, давайте я сделаю ставочку, соответственно, вы ее посмотрите, и далее я дам свои комментарии, уточнения насчет рынка в текущей ситуации, соответственно, что от него стоит ожидать в будущем. Что стоит сейчас ожидать? Объемы периодически добавляются, плюс нам показали, что этот уровень довольно важный. Здесь, да, может быть два развития события, но оба они среднесрочно приведут нас к пробою 12500 и походу там к хаю вплоть до 13500. Самый хороший вариант, вариант, который я все же ожидаю с большей вероятностью, это где-то здесь мы будем консолидироваться, вот в этом уровне болтаться, в итоге это все дело пробьем и в уровень 13,5 уйдем. Плохой вариант, это вот здесь вот у нас с вами находится линия поддержки, мы можем еще разочек сходить ее ретестнуть, но все равно, я думаю, с ретеста будет выход вверх, потому что, раз, еще раз говорю, здесь была дикая защита уровня, два, думаю, в очередной раз этот уровень не сдадут, учитывая, какие здесь были объемы, но все равно выход в среднесрок здесь только вверх, это все-таки более бычья модель. Даже не более бычья, это абсолютно бычья модель. В любом случае, здесь, ну, знаете, как говорится, куда ни крути, все равно выход должен быть вверх. Ну, а теперь телепортируемся в настоящее. Давайте я вам дам некоторые уточнения по биткоинам, по альткоинам. Также, если вы впервые попали на мой канал, хотел бы попросить вас подписаться. Уже не один год я занимаюсь аналитикой крипторынка, и думаю, данный ресурс, данный портал вам будет очень полезен. Сейчас несколько слов о спонсоре данного выпуска, после которых мы разберем среднесрочную перспективу криптовалюты. Друзья, а спонсором данного выпуска является телеграм-канал Андрей Трейд. В Телеграме большое количество агрегаторов, которые сливают за небольшие суммы подписки платных каналов, но есть еще и люди, которые управляют большим капиталом. И сегодня я хотел бы рассказать вам об одном из таких. У трейдера в управлении больше 110 биткоинов. Трейдера зовут Андрей, а торгует на рынке он уже 12-й год. Последние 8 месяцев каждое утро он дает рекомендации по биткоину на своем канале, а такие каналы достаточно редкие. Друзья, заходите, полистайте его ленту и убедитесь в этом сами. Ссылку на его канал вы найдете в описании, а мы с вами продолжаем. На данный момент мы с вами дождались роста по биткоину, он торгуется выше 13 тысяч долларов. Если рассматривать его совсем локально, то можно ожидать небольшой откат, но все же продолжение аптренда, ну, здесь наиболее вероятно. На данном рынке стоит обращать внимание на то, как себя выдает маркетмейкер. Действительно, абсолютное большинство технических индикаторов сейчас не работает. Тот же индикатор индекса страха и жадности, который сейчас пытаются подсунуть всем и везде, но это ж полная туфта. Реальный индикатор рисуется постфактум на надутых объемах. И то, что те, кто по нему работает, говорят, что вот он раньше работал, да нифига, он просто падал курс, и индикатор падал. Падали объемы, индикатор падал. Дать какой-то там даже краткосрочный прогноз данный индикатор просто не в состоянии, как и большое количество трендовых индикаторов. Сейчас стоит обращать внимание именно на защиту уровня маркетмейкером и стоит обращать внимание на то, какое количество тезера сейчас напечаталось, какое количество тезера было сейчас выведено на бирже. Маркетмейкер нам показывает явно то, что его цель это предыдущий хай, соответственно уровень 13514 тысяч долларов. И среднесрочно данные уровни мы с вами с высокой вероятностью можем ожидать. По достижению данных уровней, конечно, надо будет смотреть, какое количество покупок мы с вами будем наблюдать. Соответственно, здесь уже есть вариант, то, что нам сейчас покажут, грубо говоря, вторую вершину и отправят нас на хорошую коррекцию. Поэтому исключительно в моменте мы с вами должны отслеживать объемы и там уже принимать решения. Что же касается тех, кто вошел в лонг по моей прошлой рекомендации, либо те, кто вошли в лонг от уровня 12500. Сейчас можно поставить ограничение убытков на уровень 12150. Оценивая общую ситуацию, конечно, сейчас опять у людей появилась эйфория. Эйфория то, что мы будем пробивать 14 тысяч долларов. И, кстати, должен отдать должное трейдерам, которые меня смотрят. Спасибо, что у нас из медиапространства пропала цифра 15 тысяч. Действительно, у нас сопротивление серьезное находится на уровне 17 тысяч долларов. И прокатить с уровня 14 до 17 могут вполне. Но это нужно будет отсматривать уже реально в моменте на поведение объемов у уровня 13 500-14 тысяч. Сейчас в
любой, кто говорит, что все у нас 17 тысяч, ну, это просто шарлатан. Ни один адекватный трейдер не будет сейчас говорить, что все, мы вот точно будем пробивать 14 тысяч и точно пойдем там в уровень 17 тысяч. То, что мы с высокой вероятностью пойдем в уровень 13 514 тысяч, да, такое есть. Но то, что мы пробивать будем 14 тысяч идти на 17, сейчас просто прогнозировать это нельзя. Теперь хотел бы обсудить ситуацию с альткоинами. В СМИ давят альту. Довольно многие сейчас в альте разочаровались. На росте битка люди переливают объемы из альткоинов, которые просели, в биткоин, который типа сейчас растет. Друзья, это обыкновенные манипуляции. Манипуляции, которые СМИ с вами отлично провернула. То, что альткоины будут стрелять, это 99,9%. Просто другой момент, то, что надо дождаться, пока устаканится ситуация с биткоином и доминация, которая у него сейчас очень высокая, 65%, начнет переливаться в альту, и она начнет переливаться, потому что тому же маркетмейкеру выгодно сейчас на том же биткоине загнать людей на хаях, которые тем более сейчас еще и на том же новостном фоне продают свои альткоины, чтобы разгонять этот биткоин, а потом показать рост по альте и начать людей тех же загонять в альту, разгоняя уже движение альткоин. Я вообще считаю, что сейчас вообще самое правильное, это уже начать частично фиксировать биткоин и переливать его в альткоин. Да, возможно, какое-то время по альтам придется подождать, но это ожидание определенно будет того стоить. Я хотел бы напомнить вам, как на уровне, если я не ошибаюсь, 9500, я также предлагал частично фиксировать биткоин, переливаться в альту. Я думаю, вы хорошо помните тот же Ripple с 41 цента до 41, ну, почти до 50 центов, или эфир, который там планку $350 перешагнул. И хочу обратить ваше внимание, то, что действительно сейчас очень многие ведутся, и маркетмейкер, он еще, вот я обращаю внимание, по топ-альтам, он ставит такие узкие стеночки и держит уровни специально, то есть даже если кто-то покупает, специально все равно держится уровень альты, для того, чтобы показать якобы, ну ты, блин, баран, купила, а это все равно не будет расти. Нет, я считаю, что это тупо такое же вытряхивание, которое мы в свое время наблюдали на биткоине у уровня 10 тысяч долларов, когда люди все уже 6 тысяч долларов по биткоину ждали, я тогда вам говорил то, что посмотрите, как себя ведет маркетмейкер. Он жестко держит уровни, он жестко их откупает. Друзья, мы с вами пойдем выше. Друзья, мы с вами пошли выше. И здесь плюс-минус то же самое. Сальты также вытряхивают людей, заставляют их разочароваться в этих активах. Все, только биткоин, больше ничего не будет. Ну, это глупость, это заблуждение. От таких вещей надо абстрагироваться. Да, возможно, придется подождать. Да, возможно, придется понервничать. Возможно, даже мы увидим биткоин по 17, а альта будет стоять. Но все равно тот процент, который мы получим от переливания биткоина в альткоины, он будет очень хороший. Также до кучи хотел бы вам напомнить, как у нас проходило движение с 4300 до уровня там, 10 тысяч долларов. Биткоин рос, альта стояла. Тогда, я не помню уже сколько, несколько месяцев назад были эти выпуски, я сказал, ребят, на всю котлету в альту. Я не хочу сказать, что там мое слово, оно последнее или еще что-то. Просто это действительно самое логичное, что сейчас можно сделать на рынке. И тогда альта после того, как биткоин устаканился, точно так же стрельнула и показала хороший процент. К чему я все это говорю? Дело не в том, что я сказал, альта будет расти, она будет расти. Дело в том, что ограничивайте себя от тех эффектов, которые явно нацелены на то, чтобы вас программировать на рынке. То есть сейчас реально СМИ программируют людей. Продай альту, купи биткоин, альта не будет расти, биткоин покажет невероятные хаи. И отсюда же и появляется термин хомяк, человек, который очень много суетится на рынке. Если у него через 5 минут что-то не выросло там, то все, это трагедия. А если еще он вошел в актив, и актив просел там на 5%, это вообще, это все, это полный капец. Я считаю, что на данном рынке ко всему нужно относиться максимально спокойно. Маркетмейкер показывает то, что биток будет толкать. Супер! Мы нашли зоны хорошие, по этим зонам вошли. Маркетмейкер показывает то, что у нас альта стоит у нижних границ своих локальных проторговок, и маркетмейкер же ее зажимает для того, чтобы альта там не росла раньше времени. Супер, значит, есть смысл рискнуть, взять альту. Да, это будет больше процент риска, но
Я считаю, что здесь это оправдано. Ну и подытожим. По биткоину я ожидаю продолжения аптренда. Локально, возможно, небольшая коррекция. По альткоинам считаю, что, соответственно, их можно либо частично добирать, либо частично фиксировать процент, полученный от биткоина в альткоины. Также напоминаю вам о телеграм-канале трейдера Андрея, ссылку на который вы можете найти в описании. Также в описании вы можете найти ссылку на форму для вступления в группу с моими ежедневными обзорами по рынку. Лайк, подписка, комментарий, друзья, работаем.